слову, мы были удивлены, увидев сегодня на съемках проблемного дома по Невского, 13, Александра Сущенко. Однако, как пояснили в Следственном комитете региона, в отношении предпринимателя избрана мера пресечения в виде запрета на совершение определенных действий. При этом работать ему не запрещено. Следственные действия продолжаются, а сам Александр заявил, что сможет раскрыть все подробности позже.